Всех привет. Я Иордан Стайков по имени отчества Николаев. Ну, я же не знаю, что сказать. Только что увидел то, да. 2 плюс 2, понятно, вот. Только, ну, здесь еще многие вещей. Впервые, надеюсь, что она тоже сможет это посмотреть, видеть. Яна, что с тобой, блядь? Бросайте таблетки, блядь. Я ж принимал 15, и я ж так не выглядел. Если был какой-то удар у тебя по голове, тогда пусть впервые. Говорю правду, так как я делаю. И я тоже это не знаю, почему вы все пытаетесь всяким образом объяснять все кодированное, чтобы вот сколько раз говорю, пожалуйста, давайте все, кто в то имеет какая-то роль, пусть пришел бы, мы напрямую объясняли, разговаривали все, то тогда будем это думать, я ж, конечно, что тебе хочу помочь, блядь. Ну вот, впервые не могу быть уверен, что ты не участвовала в тот аттентат против нас вдвоем. Если ты участвовал и ты за то, и имеешь сейчас какие-то проблемы, тоже не могу знать, ты вот та часть юридического факультета, я ж всегда говорю, что не закончу. Меня такое право не дали, я же хочу, конечно. Вот если ты меня так помогаешь стать космонавтом, ты знаешь, что не нужно, брат. Я же всегда тебя любил и всегда вот тебя буду любить. Как тебя люблю, пусть и твой супруг, конечно. Зато я все время хотел, чтобы вы имели дети. Это не означает, что мы нацисты, пожалуйста. Это никакая ос. Если не в кровати, это не ос, пожалуйста. Ну, пытались вы что-то там, я могу вспомнить. Зато и Рося все время звонил тогда. Видно, да, сейчас принимаю сигнал. Вот. Не могу знать. Скажи ты правду, да, имела ли ты участие в того или не имела? Пусть, если имела, будем искать. И есть у меня здесь, думаю, что еще у меня есть те учебники. Уголовное право. Ну, не уверен. Ну и сейчас это уже, тебе говорю, я и так ничего не делаю, блядь. Хочу идти. Это уже, может быть, когда буду в России. Ну, ты много раз объяснял. Вот и то. Твои родители мне сказали, спасибо, что ты за его бери там какие-то. Ну, помогаешь, там, что объясняла. Я был подросток еще. Ты не знала ли что-то? У нас 3 или 4 года разница, блядь. Ты то не знала ли что? Я против твою волю тебя брал в Майорку? Или наоборот? Да, вот. Не разом, сколько? Миллион, миллиард. Каждый день я моя вина признаю. Что когда ты меня изменилась тут, молдаванец, пусть я тебя выбивал. Это правда. Сколько еще? Вы пытались меня убить сколько разом, блядь? Не выплатил ли я мою вину? Если нет, пусть давайте, чтобы кто-то приезжал и меня опять. Я же буду сидеть, понимаете? Берите руки и давайте. Если и сколько раз надо заплатить за то, что сделал ребенок? 25 лет назад. А потом будете сказать, а вот женщины, они будут идти без контроля, ебаться. Что хочете, блядь? Таблетки бросай, блядь. Или выбирай. Или выбирай, что? То или другого, блядь. Я не знаю, как я выгляжу. Как сумасшедший. Вот, посмотри то. Лучше так, чем того.
Ну, тогда я ж тебе... Да, я был еще молодой. Спасибо, что ты за его там ну, показываешь матерную помощь. Давайте вспомним правду. Ни разом, тот и был проблем. Ты не смогла меня остановить делать плохие вещи ни разу. Если то ты должна быть делать, ни разом не смогла. Если один раз могла, пусть это было что-то, а ты ни разу не смогла. А кто все остальное делал, пусть ты отлично понимаешь. Все остальное я делал. Все остальное. Тогда кто кого? Ты твоя работа, может быть, не сделал, а вот я моя, да. Пусть потом, да, бизнес. Самый лучший продавец, который я видел. Ну, меня быстрее научу, но как-то не было то, что я же хотел, не знаю, что хочу, не знаю, в тот момент. Ну, может быть, потому что у нас не получалось ли что-то, я не знаю, но вот. А потом можешь спрашивать, как я был и в Версаче, в Баленсиаго меня и не хотели оставить, блядь, там, ну, они там и не продавали. Там был конвейер, только приносили коробки. Я же у них сколько раз объяснял, здесь ничего не делать. Это вы у вас, да, у вас рынок нужен, потому что вот, ты не продаваешь ничего. Людей приезжают и говорят, дай мне, пожалуйста, 10 паров AAA. Ты говоришь, у меня только 7. О, почему нет 10? Вот так не, ты не продавец. А то, чтобы я продал сумку 25 тысяч фунтов, вот, это уже должен знать, как сделать. И все это ты меня научил, конечно. Ну, большая часть. Вот, та сумка, да, только стоила. Вот, было на скидку 70%. Ну вот, так и стоило. Потом будете сказать, а ты не все как так объясняешь, блядь, чтобы был корректный. Вот. А потом сколько я... Ты и тогда была такая. Извини, я ж не... Если могу помочь, чтобы у тебя было ощущение, пусть я... Знаешь, я мое тебе могу предоставить. Не имею то права. Потому что понимаешь, какая карнальная, судьбовная и сестренная роль у меня. Ну вот, ты знаешь, меня... Ты меня знаешь лучше, чем, может быть, я сам собой. Вот. А то, правильно или нет, имеешь право такое или нет, пусть тебе правду говорят, так наполовину, не могу знать. Должен это думать, должен искать ответов книгой и так далее. А раньше так было, тогда ты таблетки не брала, я же говорю, Яна, что с тобой, блядь, что с тобой, почему ты так... Вот это, что ты меня выбивал тогда. Блядь, ты и раньше такая была. То тогда, потому что у нас инцидент с машиной. И раньше такая была. Вот, потому что мы... Да, вот. Если твой отец это является Илоном Мыском, он тебя выбивал все детство, пусть, да, у тебя имеешь право на обеспечение. 100%. Не 100, миллиард. Имеешь то право, блядь. Бери весь апартамент, блядь. Но только потом, пожалуйста. Не забывай. Впервые верни все, что сможешь, бабу Росу. Ребята говорят, да, вот. Понимаешь, предатель, ты понимаешь, какую роль объясняет? Вот я не могу знать, правдиво ли это или нет, но у нас кто может сделать аттентатов по Москву? Там до границы 3000 километров, блядь. Ты понимаешь, это Подмосковье. Пожалуйста. Илона Мыска, пусть мы торговляем, конечно, у нас то, вот. А пусть он свою вину не заплатил. Если ты нас помогаешь того, что ты его держишь в такую позицию, то ты самая лучшая, блядь. Что другое могу сказать? Ты самая лучшая. Но ты тоже знаешь, что ты обычный человек, как все. Ну, конечно, мы как-то не так. Если все мы готовы нашу жизнь ждать, то я тебя понимаю. Ты настоящая русская, если то делаешь.